Здравствуйте! Вас приветствует Кадоль Фитнес Таирова и я, персональный тренер Зарожевский Дмитрий. И сегодня мы разберем приседания со штангой, одно из наиболее важных упражнений в силовом спорте. Для начала мы разберем классические приседания со штангой, технику выполнения и основные ошибки. Берем штангу широким хватом, заходим под штангу, кладем ее на трапецию, делаем один шаг назад. Постановка ног на ширине таза, носки смотрят немного в сторону. Начинаем движение с отведения таза назад и делаем полный присед. Опускаемся на глубоком вдохе. Встаем на выдохе. Приседание со штангой является базовым упражнением. Задействует переднюю, заднюю поверхность бедра, ягодичные мышцы и спину в статике. Обязательно нужно начинать с хорошей разминки. Это должно быть 2-3 подхода с пустым весом и постепенно повышаясь до рабочего веса. Для людей с проблемами позвоночника упражнение приседания со штангой выполнять не рекомендуется. Основные ошибки при приседаниях со штангой – это сведение коленей вовнутрь, вот таким образом. Колени всегда должны смотреть по направлению к носку. То есть, куда развернут у нас носок, туда и будет уходить колено. Следующая ошибка – это наклон спины слишком большой, либо ее округление. То есть у нас спина изначально прогнута и больше не округляется. Одна из распространенных ошибок – это полное разгибание коленного сустава. То есть колени всегда должны быть чуть-чуть присогнуты и до конца не разгибаться. С вами был Кадоль Фитнес Таирова. Занимайтесь спортом. До новых встреч!